Что-то рядом с верблюдами находится заброшенная площадка. Не знаю, может быть, кто-то еще здесь играет, но это вряд ли. Но она, конечно, не выглядит как новая. Вот этот дом, например. Сейчас я в него зайду, он уже весь разваленный. Надеюсь, дом на меня не упадет. Он уже в паутине весь просто. О боже, там какие-то эти червяки есть там. Еще. Смотрите, какая машина классная. Хочу на ней кататься. Вообще. Короче, я в ней села. Она безумно маленькая, и кажется, я в ней застряла. Здесь на все видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, а да, где же он? Ай, да неважно, вот подпишитесь, а потом и все вы знаете. Ну и всем пока, до новых встреч, новых видео. Пока. So then, why?